Одно из старейших отделений нашей больницы – хирургическое. Оно функционирует с 1948 года. Хирургическое отделение всегда славилось высоким профессионализмом врачей и трепетным отношением к пациентам. Там работали заслуженные врачи Советского Союза. Их заветам следуют доктора, которые трудятся сейчас. Основной контингент пациентов, которые поступают – это острая хирургическая патология. Они либо оперируются в первые сутки с момента поступления, либо на следующие сутки. В большинстве своем мы пытаемся часть оперативных вмешательств проводить минимально, то есть с помощью лапароскопических методик. В основном это упор делается на аппендиците, потому что это основная хирургическая патология, с которой поступают пациенты, и холециститы. Хирурги отмечают, что в последнее время появилось много осложненной онкологии. Врачи призывают обязательно проходить обследование, делать и гастроскопию, и колоноскопию. Рак толстого кишечника сейчас выходит на второе место по количеству случаев после онкологии молочной железы. Плановая помощь оказывается в полном объеме на сегодняшний день. Ни о какой закрытии плановой помощи речи не идет. Поэтому я всех призываю пациентов, те, которые уже записались к нам на плановую операцию, и тем, кому необходимо, записываться, соответственно, поступать и выполнять плановую операцию. Еще раз повторюсь, о закрытии плановой помощи речи не идет. В хирургическом отделении много опытных хирургов со стажем 30 лет и более. Недавно коллектив пополнила молодой врач родом из Сарова Мария Брюховец. Хирургия традиционно считается мужской профессией, но Мария Александровна готова опровергнуть этот стереотип. Ее решительность, упорство и боевому настрою могут позавидовать многие коллеги-мужчины. 17 сентября работники хирургического отделения отмечают профессиональный праздник. Хочу поздравить с праздником хирургическое отделение, врачей, средний медперсонал, младший персонал, пожелать карьерного роста, успехов в работе и мирного неба над головой.